Это действительно слухи, а я бы сказал, что это откровенное вранье. Никто не собирается закрывать город ни с первого, ни со второго числа. Об этих слухах мы знаем, и я сегодня сделал заявление в полицию, чтобы полиция постаралась разобраться с теми, кто эти слухи распространяет. Я думаю, что это провокация против проведения голосования за Конституцию, потому что закрывать надо со второго, вроде с первого числа люди отработали, со второго закрыть. Это чушь, которую распространяют какие-то люди, которым, видимо, это выгодно. Но действительно, ситуация начинает выправляться. У нас сегодня в больнице находится 120 человек. Из них 79 березняковцев, остальные жители Пермского края. Начиная с Кизела, Добрянки, Губахи, Красновишерска, Александровска. Сегодня людей, болеющих коронавирусом, везут к нам, потому что только здесь могут оказать им какую-либо помощь. На сегодняшний день мы помогаем больнице, договорились с Уралкалием закупить тесты на коронавирус дополнительные, потому что есть ожидание там и 2-3 дня теста, да. И на сегодняшний день город получил 50 рециркуляторов, то есть очистителей воздуха, которые мы передаем безвозмездно больнице Вагнера для того, чтобы эти рециркуляторы поставили в больнице и в палатах там, и в коридорах для того, чтобы очищать воздух. Мы стараемся постоянно помогать больнице и понимаем, что сегодня только от наших врачей зависит, вот как эта ситуация выйдет. Коэффициент распространения у нас невысокий. Он колеблется от 0,8 до 0,9. В принципе, у нас есть дополнительные места для того, чтобы положить в больницу заболевших людей. То есть, в принципе, город ко второму этапу, в принципе, готов. Но решение будет приниматься в крае, будет приниматься указом губернатора. На сегодняшний день информация по детским садам такая. У нас в детские сады ходят 1600 человек. На сегодняшний день есть ограничение, которое ввел Роспотребнадзор. Это 10-12 человек в группе, не больше. Поэтому нам пришлось открыть дополнительные здания детских садов, потому что такое количество, какое было раньше, нам сегодня Роспотребнадзор своим указанием не позволяет размещать. Поэтому все детские сады на все количество детей, а это 10,5 тысяч, мы открыть сейчас не можем. Вот. Поэтому будем ждать указания губернатора о этапах послабления. Будут какие-то рекомендации по количеству групп и по открытию детских садов, уже не дежурных групп, а детских садов, мы будем их выполнять. Сегодня же в каждом детском саду, значит, находится врач, который отслеживает детей, которые приходят в детские сады, и термометрия, и другие там, как бы, другие осмотры детей. Поэтому сегодня, вот при таких условиях, которые нам рекомендуют, все детские сады открыть мы не можем. Поэтому открываем только дежурные группы по мере необходимости, если действительно родители работают на производстве или работают на каких-то предприятиях, в магазинах и так далее. Вот такая ситуация.